На неопределенный срок закрыли основной, да и, можно сказать, почти весь дьюти-фри в международном терминале С аэропорта Шереметьево. Работают только два небольших магазинчика в центре зоны вылета. Дата возобновления работы дьюти-фри изначально не была известна, но ближе к концу недели сказали, что после ремонтных работ зона дьюти-фри откроется к концу апреля. А таможенный пост аэропорта Сочи начал работать в системе Tax-Free. Это позволяет иностранным гражданам получать возврат НДС с покупки в России. Так что все граждане Азербайджана могут воспользоваться данной услугой.